В Светлогорский райисполком обратилась Людмила Пищик, дочь Кирея и Марии Дудко, партизан, которые сражались с врагом на территории нашего района. Она попросила помочь в восстановлении памятника родителям, так как у нее нет возможности провести эти работы. Благодаря стараниям руководства Светлогорского райисполкома и общественности в Паричах был восстановлен памятник. На церемонию открытия обновленного памятника приехала Людмила Пищик. Она родилась в Паричах и каждый год приезжает поклониться родителям и родным местам. Говоря о восстановлении памятника, Людмила Киреевна не может сдержать чувств и слез благодарности. Мой отец Дудко Кирей Александрович, партизан отряда имени Кирова. Мама тоже партизанка, вот, и отряд Суворова, бригада «Победа». Она тоже была партизанкой. В семье было четверо детей, да? Осталась я одна, все умерли. Вот, сестра моя, это значит, в концлагере была, в Азарычах. Вот, отец потом, после как освободили, он нашел ее там. Она там болела тифом. Ой, как она не умерла, я не знаю. Не знаю, как она чудом осталась жива. Вот. Ну и, в общем, и двоюродная сестра моя тоже там была. Да все страдали, все страдали, вся родня страдала. На церемонии открытия выступил управляющий делами Светлогорского райисполкома Вячеслав Дикун. Он подарил Людмиле Киреевне книгу памяти Светлогорского района, в которой отмечена и героическая деятельность ее отца. В этот день здесь были не только взрослые жители Парич, но и школьники. Они пришли почтить память героических земляков. Более подробно о жизни Кирея и Марии Дудко рассказала учитель истории парижской школы Галина Климченя. Иерей Николай Бондарев, настоятель прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Паричах, совершил заупокойную литию. К подножию памятника были возложены живые цветы, свидетельствующие о нескончаемой памяти и благодарности тем, кто спас мир на нашей земле. Хочу сказать, что большое спасибо, что вот памятник сделан, и большое спасибо всем, кто принимал участие. Это очень важно, потому что были затрачены очень много сил, и моральных, и физических здесь. Вот. Ну и, в общем, это особенно хочу сказать огромное спасибо Вячеславу Михайловичу Дикуну, потому что, конечно, он все тут организовывал. Он умер 1 мая.